Контрабандный товар на 1,5 миллиарда тенге задержали таможенники в прошлом году. Ущерб государству составил больше 420 миллионов тенге. Иностранные товары, в основном стройматериалы, шли транзитом. В Казахстане проходили таможенную очистку по подложным документам. А вместо выгруженного товара далее отправляли мешки с песком или другими наполнителями. За прошедший год было выявлено 47 фактов лжетранзита и возбуждено 20 уголовных дел. Сотрудниками управления по борьбе с контрабандой пресечена крупная схема нелегальных поставок из Турции. Члены преступной группы создавали аффилированные фирмы и использовали поддельные документы и декларации. В трех регионах Казахстана, по имени в Алмате, Атырау, Актюбе, задержаны 7 автофур, а также 9 железнодорожных вагонов с товарами, общая таможенная стоимость которых составила 116 миллионов тенге. Причиненный ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей и налогов составил 23 миллиона тенге.